Всем привет! Хочу сделать вам небольшой обзор вот такой красивой орхидеи Эринантопсис Милдред Джеймсон Бонсал. В моей коллекции она находится ровно год. За время нахождения у меня она наращивала массу, порядка 6 листьев и корни. Цветение получилось вот такое красивое, яркое и даже ароматное. Я не думала, что она пахнет, но пахнет она очень даже приятно, вкусный, цветочный, легкий аромат. Это растение довольно-таки некапризное и неприхотливое. Весь уход заключается в поливе один раз в неделю проливом. И все, больше как бы ничего такого особенного с ней делать не приходится. Она не любит просушки частые, любит быть увлажненной. Но надо следить за тем, чтобы ее не заливать в то же время. Стоит она на солнечном, на южном окне. Все лето она получает довольно яркое прямое солнце без притенения. Вот. Посажена она в орхиату, просто простой орхиату, без добавления других субстратов. В уходе довольно простая. Охотно наращивает массу и корни. Ну, а вот цветение, да, как я уже и говорила, пришлось ждать целый год. И тем не менее, она очень красивая, эффектная. Стоит того, чтобы ее у себя завести. Единственное, что сейчас могу сказать, что цветы были более насыщенные, когда она только их раскрыла. Сейчас уже она практически готовится сбрасывать цветочки, поэтому они стали более желтые. А так оно, это цветение более яркое и оранжевое. Вот. Веточка очень красивая. У него еще на цветоносике довольно красивый бордовый оттенок. И когда бутончики только набирали свою силу, они были тоже бордовые. Смотрятся очень красиво. Всем советую такую орхидейку приобрести. Очень легкая и эффектная. Всем пока. Спасибо за просмотр. Всего хорошего.